вами Тускер, и сегодня мы продолжаем играть в Shadowfight 2. Сегодня будем бить лица этим людям. Сейчас пока прогрузка пройдет, и мы будем бить лица этим людям. Людям на блюде. Людям по блюде. Задолбали они со своим набором яростного воина. А меня достал. Что тут? Сложно. Уровень сложно. Ну что ж, будем бить и биться. Под уровнем сложно. Разбойник. Выйди, разбойник. Сейчас будем тебе лица бить. Хорошо получил. На. Что, с ноги выписать? Так. Хопа. Ай, как красиво ты меня ударил. Но этого мало. Так, осторожно. Получай. С ноги. Хопа. Ах ты. Вот как ты. Вон, на, получай. На, вот еще лови. Во. Друг другу с ноги тут выписываем. На. Получи. Хопа. Выкосанул. На, тычок. Братан. Братан, братан. Это вынес в одного раунда сейчас. Второй пошел. На. Ух, как смачно. Что даже залагало. Тишок и по голове, и критическим там. Сейчас будет ему больно. Да... Что такое-то? Геймплей тут, конечно, ну так не айс. Косячит бывает. На, с ноги, лови. Критический. И давай. Опа, нет. Этот прием очень тормозит очень сильно. Тормозит, блин. Да что ж такое? На, лови. До свидания. Выйди, разбийник, отсюда. Пытаешься исправить свою ошибку, ты открыл врата, но лишь бессмертные могут уничтожить теневую заразу. Ты же слаб, ты не один из нас. Ты умрешь, как и все. В моих венах течет магма, и она покроет землю, очистит ее для новой жизни. Иди нафиг, я не буду играть, у меня интернета нету, я выключил его. Да, безумно. Безумно, безумно. Че, один раз нажал, так не получилось. Со второго раза пока. Жало, жало. Жалко у пчелки, как говорится. Сейчас будем нагибать ее. По стандарту. Опа. О, просто в разнос. У меня шлем-то не прокачан. Так, надо сейчас поосторожнее. О, ну, маленький урон совершенно. Опа. Ну, одними стаями тут не запастись. Главное, чтобы она по башке не дала. Опа, сильный урон. Так. Так, голову бережем. Давай. Хопа. На. Так. Тихо. Хопа. На, лови. Хоп. Ух ты, ёшкин матрешки. Чувствую, мы тут просрём. А-а-а! Критом. А-а-а, просрали.
Боже мой, мы просрали. Да ты заколебал вулкан мозг выносить, иди в жопу. Ну, в общем, я тогда решил, ну ладно, турнир тогда подождет, сыграем на выживание. Сочная, веселенькая, где-то нагнут тебя на 6-м раунде уже на изи. Ух ты, елки-палки. Ой, наверное, думаю, музыку вырубить. А... звук потише сделать. Черт, шок, блин. На, лови. Вот так. Ух ты, зараза. Лови. Шокирующий исход. Неплохо. Так, второй раунд. Сейчас будем разносить. Опа. Так. Хопа. Тычок в задницу просто. Жук. И вот так. Готов. Перфект. Просто на идеально. Ай, какой я молодец. Так, третий раунд. Ну, давай, сучка, сейчас тебя будем накидывать. Ай, больно. Займемся таким остреньким актом. Ролевые игры. Дуэль на стаях. На, лови. Да что ж такое-то? Думал, добил, а хит там. Все, ролевые игры закончились, все, она лежит, готовая. Ну, сейчас тут мастерство кикбоксинга покажет, наверное. А он скачет, как обезьяна. Че, ты что тут творишь, товарищ? На, получай. А, фиг там. Блоки, как обычно. Лови. На. И этот лег. Все, в больничку вам, товарищ. Так, пятый раунд. Так, этот товарищ с дубинкой может по головешке-то дать нехило. Он меня постоянно выбешивал на 6-м раунде, что я у него мог завалить, блин. Хватит прыгать-то, а? На, по голове. О-о-о-о, красиво так ему станичек вставил. Опа. Ноги. Опа, на. А, по голове-то за что? Папа, не бей. О, все. Все, найс. Еще 6-й раунд, там какой-нибудь с мечами, будь чел. А, этот психопат. На, лови. Пупок. Так, а вот это я не понял. Товарищ, я не понял, это что такое? Ловите. Упс. Вот так. Вот так. Да ты что такое-то? Почему у меня нету такого приема, а? Лови. Да что ж такое-то? Косячит. Не дотягивает. Вот это меня и бесит. В приемах ноги. На, лови. Хова. Вот так. А, почти до агрессивного состояния дошел. Дополнительные денежка. Ууу, как полетел. Физически невозможно, чтобы он так полетел. Так, 7-й раунд. Первый раз, наверное, до него дошел. О, человек с мачете, блин. Он сейчас меня нагнет. Ух. Лови. Ух ты, какой уворотливый-то. Лови с ноги. Хова. Смотри, мы так по-армейски шагаем. Раз, два, левое, право, левое, право, левое, право. Раз, два, левое, право, левое, право. Ух ты, в голову, на, просто вынес. Отчертило просто конченый. А, ясно все с тобой.
Да ты меня заколебал, вулкан, исчезни, а, с глаз моих долой. Да нет, да не буду я заходить. Я интернет отключил, чтоб рекламы не было. Не знаю, дубинки взять или шлем купить. Так, 1500, 1900, 1100, это ж, чтоб этого придурка завалить. И думаю, хватит, все. Сейчас попробуем на турнир эту и... Шила в жопе, короче, встать, ей же, ее же жало, как девочки с OnlyFans, с OnlyFans, ух ты, как накидывает, вот стерва-то, а, нехило так накидывает, о, карма, лови, опа. Сай, конечно, очень мало наносят, но я думаю, ее нагну вот так. Опа. Смотрите, как я ее... Оп, оп. Ты от меня не уйдешь. Прошмандовка из Азербайджана. Ах ты. Тычок. Опа. Но ничего не изменилось. Ноги. Опа. Так, первый раунд за мной. Это тебе за то, что ты меня за один прием угандошила. Так, дальше. О, как красиво. И вот так. Красиво. О, в грудак. А, ты мне грудак порезала. За что? За что я тебе еще это жало в попу засунул? Ноги. Вот шкура. Так. Зачем ты меня насилуешь, а? Девочка, меня не бей. Ты такая вся в синем. Что-то бой долго идет. Сейчас я уже устал с ней драться. Какой-то долгий у меня с ней секс, блин. Сейчас займемся половым воспитанием. Так, а вот это уже не... Вот это не сила уже. А-а-а! Мимо! Так, не бей меня, пожалуйста. Тетенька, пожалуйста, не бейте меня. Все. 2-0. Все. Победа. Это полная победа. Ну, короче, на этом тогда завершу эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь. Следующая серия, наверное, будет нагибание Трикстера. Получать будем, наверное, нунчаки. А может и не получим, если он нас нагнет. Так что давайте. Всем пока.